Ja, och det. Кстати, этот трактор продается. Трактор 2008 года, двигатель ЯМЗ 236. Продается с бульдозерной установкой. На хорошем ходу. Все работает, все крутится. Если кому интересно, давайте вопросы. Наработка у него что-то 8683 моточасов. Давление двигателя 4 на холостых. Это холостые, ребята. Коробка, видите, держит, стрелка даже не прыгает. Оп. Оп. Все передачи работают, стрелка не дергается. Это говорит о хорошем состоянии коробки передач. Также продается трактор Т-150. Второй это у нас 2011 года. Двигатель АМД 236. Наработка у него 7667 моточасов. Цена 1 100 000 рублей. Молодец! Молодец! Начинается демонтаж нашего старого сооружения. Это была когда-то картофельная яма. Как вы видите, тут уже деревья растут. Состояние плачевное. Будем ее разбирать. А материал пойдет на стройку куда-нибудь. Чтобы будут ломать эти глыбы. Образом мы сейчас работаем. О, красота! Проверяем траки. Нормально. Thank you.
раздробили. Получился хороший бой для очистки дороги. Идет он. Мы готовим материал в первую очередь для ремонта, для строительства моста. Будем строить мост. Видео буду обязательно снимать, выкладывать, так что смотрите. Будет очень интересно, как сельхозтехника работает на строительстве и монтаже зданий, сооружений. Загнул уже. Или он такой был уже? Вон сварка отошла уже. Молодец какой я, ох ты, молодец. Есть еще силушка у него, у этого эскалатора. А? Плита трехметровая, падаем. Мощно, блин! А вы говорите, в колхозе мы зимой бездельничаем. О, работает! Непочатый край, блин! Продолжается демонтаж. Погрузка битого кирпича боя.
Материал готовим для ремонта, для строительства моста. Миксера едут для загрузки фуража через весовую. Там у нас находится мельница ОКЦ, где происходит загрузка через шнек прямо в миксер. Подъезжает бульдозер ДТ-75. Движуха началась у нас. Отдохнули в праздники и вперед работаем. Достойные, очень опытные все, как вы видите, все работу свою делают, знают. Сами ремонтируем трактора, все делаем сами. Китаец поехал.
красиво, блин. Все, эскалатором началось. Или попробуйте еще туда зацепить, не упадет там ничего. Застрял, бля. Все, зарылся. Но это не беда, но это не беда. Элеватор никогда не застревает. ТТшка ездит, блин, ни хрена дорогу не сделал нам тут. Бульдозер мощь.
дома. Молодец! Вот таким образом выглядит в конце дня. Работу на сегодня заканчиваем. Смотрите продолжение. Дальше будет подключаться К700.